Добрый день, дорогие граждане и гражданки. Позвольте от всей души поздравить артистов и зрителей аншлага со старым Новым годом и доложить вам о наших достижениях за прошедший год, а также зачитать приказ. Утвердить прилагаемые указания по заполнению формы государственной статистической отчетности. Валера, расскажи лучше людям анекдот. Кому это интересно, господи? Анекдот расскажи. Давайте попросим Валерия Петровича рассказать новогодний анекдот, потому что это душа компании. Он всегда рассказывает в компаниях анекдот. Просим, Валерий Петрович, люди просят, Валерий Петрович, не от... Ну ладно. Новогодний анекдот. Захотел Дед Мороз поиграть в гольф. Нет, он уже приехал для того, чтобы в гольф поиграть. Сама бы уже, я бы уже. Вот, значит, приехал Дед Мороз поиграть в гольф. Ну, гольф — это такая игра, в которую английские аристократы играют. Валера, надень шапочку. Чего? Надень шапочку. Не надо никакой шапочки. Это смешная шапочка. Надень... Короче говоря, приходит и говорит, я хочу поиграть в гольф. Они говорят, нет проблем. Он говорит, я вообще уже очень старый. Ну, Дед Мороз. Ну, ничего не видит, поэтому, потому что он... Да, я ничего не вижу, и тем не менее, когда я бью клюш, ну, когда я бью... Бьет, потому что в гольф играет, поэтому... Валера, давай шапочку. А давайте мы с вами попросим Валерия Петровича надеть смешную шапочку, потому что когда Валерий Петрович шапочки рассказывает, это совсем другое дело. Люди просят, Валерий Петрович, просим, просим, активно просим. Шапочку надо надеть, Валера. Продолжайте, Валерий Петрович. Он говорит, когда я бью клюшкой по шарику, я теряю ее из виду. То есть я не могу увидеть, куда... Он падает. Да. Вот, я бью, и он сразу куда-то попадает. Они говорят, нет, никаких проблем. У нас есть один старый дед, он еще старше вас. Старый такой дед. Долгожитель. Вот. Носик смешной. Только приходит дед и говорит, я готов. А давайте мы с вами попросим Валерия Петровича надеть смешной носик, потому что это такое чудо. Он всегда рассказывает, носик, Валерий Петрович, пожалуйста, прошу вас. Ну, приходит, говорит, давай, ты готов, давай. Он приготовился, ставит шарик, размахивается и значит, начинает, ну, старается как бы ударить его. Тот говорит, ближе подойди. Он Валера, его Валера, смешным голосом. Чего? Смешным голосом. Не надо, сама смешно. Давайте. Он уже поставил. А давайте мы с вами попросим Валерия Петровича дальше этот анекдот рассказывать смешным голосом, потому что он всегда рассказывает смешным голосом, это очень здорово. Валерий Петрович, мы просим вас. Электорат просит. Он приходит и говорит, бей! Не надо смешного голоса, Валера. Я тебе говорил. Дед Мороз ударил и спрашивает у него. Куда полетел шарик? Чего? Ну куда полетел шарик, Дед Мороз спрашивает. Потому что он уже ничего не видит. А этот сидел и все видел, а тот не слышал, а ему не сказал. Почему не сказал? Кто? Дед Мороз. А старик? Какой старик? Аксакал. Господи, совсем ты не запомнил. Рассказывай сам анекдот. Ну, он ударил, говорит, ну что, видел, куда полетел шарик? Вот говорит, да, ну куда? Он говорит, а ты видел? Я видел, куда полетел? Не скажу, а ты, и я тебе не скажу. И оба друг другу ничего не сказали. Вот и все. Что все? Что ты рассказал? Где смеяться? Куда ты пришел, солидный человек? В галстуке, в костюме, шапку надел. Дурацкую эту, нос какой-то. Господи, боже мой. Один раз анекдот, и тот не может рассказать. Пригласили вообще. Идет какой-то. Валя, что ты рассказываешь? Все, сам все рассказывай. Я еще знаю один анекдот. Давай разберу.